Всем добрый день, хорошего настроения. Хотим представить вам рисунок о супердевушке, супергерл. Фильмы и сериалы о кузине Кал-Эла, Супермена, становятся очень популярными, потому что Кара так же сильна, как и Кларк. Сверхчеловеческие способности Кары получают питание от желтого солнца Земли. Ее тело – настоящая солнечная батарея, которая поглощает солнечную энергию, она преобразует эту энергию в свои способности. Хочу выделить понравившиеся мне фильмы и сериалы о супергерл. Супердевушка в роли супергерл Хелен Слейтер. Британский кинофильм режиссера Жано Шварца, вышедший на экран 19 июля 1984 года, является спин-оффом фильмов про Супермена с Кристофером Ривом. Главная роль Кара Зор-Эл, супергерл, была одной из главных супергероев 7 сезона сериала «Тайны Смолвиля». Роль супергероини исполнила Лаура Вандервуд. В сериале 2014 года была анонсирована телесериал «Супергерл». Главной героиней выбрана Мелисса Бенойс. Сериал вышел в эфир 26 октября 2015 года. В сериале Кара Зор-Эл, дочь криптонского ученого Зор-Эла и его жены Ауры, была отправлена на Землю с погибшего Криптона, чтобы защитить своего двоюродного брата, кузена Кал-Эла. Однако капсула была сбита с курса взрывом Криптона и отброшена в фантомную зону, где она проспала 24 года. Позже ее капсула покинула фантомную зону, и Кара прибыла на Землю. Ее встретил уже взрослый Кал-Эл, который стал известен миру как Супермен, и отвел семью Денверсов, которую удочерил ее. Так она и стала Карой Денверс. Силы и способности ее очень обширны. Поглощение солнечной энергии, суперсила, суперскорость, полет, рентгеновское зрение, тепловидение, супердыхание, исцеление и бессмертие. Вот такой персонаж DC Comics получился у создателей фильмов, сериалов и комиксов. Огромное спасибо за то, что вы смотрите наши работы. Смотрите и другие наши ролики. Ставьте лайки и комментируйте, пожалуйста. Всем хорошего настроения и здоровья желаем. Удачи и приятного дня. Всего доброго!